Добро пожаловать на канал «Здоровье и долголетие». Что такое отложение солей? Каковы причины появления горба на шее? И как можно с этим бороться? И чаще всего после 40 лет люди начинают задаваться вопросом, как его убрать. Но в наше время его нередко можно заметить даже у детей. Горб на шее не только эстетическая проблема, он может являться симптомом некоторых заболеваний. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как не допустить его появления и избавиться от уже имеющегося. При ежегодном медосмотре у 11-летней девочки была обнаружена шишка в области шеи. Ребенок был направлен к врачу-неврологу, который подтвердил наличие жировых отложений, при этом девочка не имела лишнего веса. Причина оказалась довольно банальной. Частое пребывание за компьютером, в планшете и телефоне привело к нарушению осанки, сутулости и ослаблению мышц шеи, так как голова ребенка была часто опущена к экрану гаджетов. Для лечения в этом случае было достаточно массажа и физических упражнений. Но всегда ли так просто избавиться от горба на шее? Для начала разберемся с термином «отложение солей на шее». Необходимо понимать, что в мышцах, связках и позвоночнике соль не откладывается. При подагре происходит отложение солей мочевой кислоты в суставах, но к позвоночнику это заболевание никакого отношения не имеет. Что же является причиной горба на шее? Во-первых, на самом деле отложение солей представляет собой разрастание костной ткани и имеет свое название – остеофиты, по форме напоминающие бугорки или шипы. Они образуются вследствие истончения дисков между позвонками и увеличения расстояния между ними. По сути, они появляются для защиты костей от возможного повреждения, но в то же время являются признаком начинающегося остеохондроза. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, долгое пребывание за компьютером и привычка сутулиться являются основными факторами риска появления горба. Во-вторых, жировое отложение, которое появляется из-за ослабленного мышечного каркаса для поддержания позвоночника в правильном положении. Такие отложения ухудшают кровоснабжение головного мозга и образуют венозный застой. Их причиной могут быть лишний вес, гормональные изменения у женщин в период менопаузы, постоянное перенапряжение мышц шеи, что приводит к спазмам и воспалению. А также это может сигнализировать о начальной стадии остеопороза. Если у вас уже появился такой горб, необходимо сделать рентген, чтобы врач мог определить причину. Как вы понимаете, ни о каком растворении или о разбивании солей не может быть и речи. Если горб небольшой, помогут массаж и лечебная гимнастика. При большом количестве жировых отложений может потребоваться их удаление хирургическим путем по рекомендации врача. Прежде чем продолжить, предлагаю всем, кто смотрит сейчас это видео, подписаться на канал. Мы стараемся для вас каждый день, а это лучшее вознаграждение для нас. А тем, кто подписан, нажать колокольчик и выбираем в параметрах все уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Избавиться от горба на шее помогут упражнения, которые можно выполнять сидя или стоя. Выдвинуть шею вперед, задержать ее на несколько секунд и вернуться в исходное положение. Чередование наклонов головы вперед и назад. Упражнение выполнять медленно, без резких выпадов. Чередование повторов головы вправо и влево. Поднятие плечей вверх. Чередование наклонов головы вправо и влево. Усилить наклон можно мягким давлением ладонью на голову. Чередование выведения локтей вперед с разведением их в стороны, разместив ладони на плечах. Чередование подъема локтей вверх с опусканием вниз, разместив ладони на плечах. Повторить каждое упражнение 10 раз. Также не забывайте вести здоровый образ жизни, следить за осанкой, контролировать свой вес, двигаться в достаточном количестве, а при сидячей работе старайтесь делать небольшие перерывы. Здоровья вам и хорошего настроения! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!